Всем привет! С вами Тори Вэй, и это новая вышивальная неделька-двухнеделька за февраль. И давайте начнем с небольших планов. Ну как небольших? Я не снимала отдельного видео про планы на 2024 год, поэтому решила вот в первом влоге рассказать сначала про свои планы. Январь у меня был месяцем стартов, и кто смотрел, сейчас будут знать, что они у меня все буквально были в планах. И давайте не томить, сейчас покажу вам, что у меня в планах стоит. Так, все в кадр вмещается, хорошо. Такие у меня планы. Я, правда, забыла картинку оберегов сюда добавить, в этот коллаж. Ну, написала вот так, что это старты, и где был процесс прошлого года, я их перенесла и написала, что сколько процентов у меня вышито было на момент начала 2024 года. Давайте пробежимся так по всей вот этой моей сетке планов. Обережки стоят у меня здесь, конечно же. Старт этого года был. Чашечки, мне осталось две штучки вышить. Первую вышла в том году, вторую я вышила в начале января. Ну и вот здесь уже внесла две оставшиеся чашечки. Надо это делать, и будет финиш. И я проекты, которые завершать буду, буду, скорее всего, заклеивать наклейками каким-то образом, чтобы было интересно смотреть, сколько потом у меня убавилось и сколько осталось. Далее, комплект схем. Цветочные домики – это моя иллюстрация для фабрики желаний была сделана, и их обязательно я хочу вышить, нарезка есть, и деревянные заготовки для них я заказывала. Моя девчуля, кто со мной давно, знаком с ней, она у меня вот столько осталось еще фона, только девчуля сама уже готова, осталось только фон и мужичок. Все стаканчики добавила сюда, оставшиеся. У меня вышит только один. Весенний. Вот как раз летний, осенний и зимний сейчас у меня в процессах был старт января. Далее, Джек Воробей. Хочу его начать. У меня прям уже коллекция схем силуэтов. И от Надежды Григорьевой, и по своей иллюстрации «Дневники вампира», тоже «Фабрику желаний» участвовала иллюстрация. И вот я решила начать с Джека Воробья. Начну смотреть фильм и начну вышивать. Когда, неизвестно, но где-то в этом году. Далее, «Гнездышко» от Овен. Старт уже января, 1 января. Надо его продолжать, я уже соскучилась по нему, хочется вернуться, но пока вот я вот этот не закончу, пока я другие брать не буду. Я сейчас вот этот стаканчик вышиваю на одежде, и вот с Новым годом и с Аней. Вот у меня три процесса, которые сейчас будут в ваших недельках, точнее в вашем видео вот этом, в этой недельке будут фигурировать больше всего, потому что... Сейчас они у меня главные. Это два совместника с сестрой. Тоже по моей иллюстрации с Аней. Надо уже доделать. 50%, кстати, на них уже. То есть 44 было на тот год. И я уже до 50 довела. Зашивается легко. Надо уже добивать его. С Новым годом годовой процесс. Надолго он у нас. «Рассвет в горах». Чудесный такой красивый сюжет. Надо его дальше продвигать. Мне он нравится. Любоваться на него нравится, а вышивать не особо. То, что 18 Аида плюс гаммовская канва и дубовая. Вообще. Вот этот наборчик от Анастасии Арнаутовой лежит уже давно. Наверное, с 21 года, как вот он вышел, только первые у нее наборы пошли, и я в числе первых его у нее заказала, купила, и вот он лежит, и я думаю, что уже все пора его вышивать, хочу, мне так нравится этот сюжет, прям тоже только мечты, вот это наши мечты, где хочется жить.
Далее букет от Алены Савченко, цветущий лук, жесткая мешанина, 43%. Сейчас я по нему начинаю скучать. И, вероятно, потом, вот весной, может быть, я его все-таки возьму и продвину. Надо его тоже закончить. В принципе, там как бы половина вышита, но это 43, потому что то очень много бэка. Поэтому как бы мало процентов считается, в общем. Так, про это я сказала. Девчулечка, еще одна ТРТО следующая. Как только я закончу первую стейк в перечном соусе, я хочу взять Даллас от РТО. Сразу же или чуть-чуть отдохну, начну. У меня серию надо продолжать. Девчулечка вышивает от Лукас. От Лукаса. Она мне напоминает меня в детстве, когда я в школе вышивала. Но здесь еще меньше она, ну прям похожа на меня. Кто меня видел и ВКонтакте за мной следит, скажите, похожа ли она на меня. Я вижу себя здесь. Поэтому я ее хочу вышить. Я ее думала оформить на обложку дневника вышивального, но он уже заканчивается, и в принципе как-то жалко такую красоту Лукаса на прикладнушку такую делать, которая будет потом убираться, дневник закончится, обложка останется. Поэтому я хочу все-таки себе сделать картину, возможно, в овальную раму, и повесить себе на рабочем столе, возле рабочего стола. Герань тоже в планах. Схема подарок от Карамельки. Татьяна Леденцова, тебе привет, если смотришь. Мне очень нравится нежный такой сюжет. Когда я увидела отшив, прям вообще влюбилась в него и захотела тоже такую вышить. Поэтому она у меня в планах, все есть на нее, нарезка, ткань. Хочется стартовать. Я бы и начала ее, вот вместо оберегов я как раз хотела начать герань. Но так как она все равно большая, там 10 тысяч крестиков, подумала я, что все-таки это будет много, учитывая, какие у меня процессы на данный момент. Пока пусть подождет, пока освободится местечко для нее. Вот такой вот тост аппетитный от чудесной иглы. И вот этот десерт. Это в связке будут идти. Еще третья, но я сюда ее не включала. От другого производителя. Если как бы позволит вдохновение и время, может в этом году, а может и нет, на следующий. Но в планах у меня сделать три отдельных книги рецептов, поэтому вот для десертов книжка рецептов будет, для закусок салатов и еще будет для горячего. Вот этот прекрасный сэмплер «Время согреваться» очень мне нравится, хочется его тоже начать, но он большой, серьезный такой проект, поэтому пока ждет, не знаю, доберусь я до него или нет, с учетом, что у меня тут напихано. Но хочется, очень хочется. Далее, марочки по моим иллюстрациям. Мой Байкал, мой Иркутск, все родное. Надо вышивать обязательно. Заготовки есть, я вышиваю подбором. Летом, скорее всего, возьмусь точно и вышью. Далее, зимние два сюжета из журнала «Время вышивать» от Надежды Григорьевой «Шарик» и «Домик» от Евгении Черновой. Очень хочется мне их вышить, наверное, ближе к Новому году, осенью я за них возьмусь. Вот насчет этого, я думаю, тоже подставку акриловую заказать, ну, посмотрим там, как по бюджету будет, либо на пластике, либо на акриловой заготовке. Далее, чуть-чуть осталось у нас «Лама». Это от Лети Стич новинка. Когда увидела, влюбилась, заказала. Ни ламы, нет драмы. Классненькие. Хотя бы одну из них. Они небольшие. 10 на 15 кусочки канвы. Поэтому и зашивка тут очень легкая. Хочется вот такие вот ближе к лету стартануть и вышить себе. Рамки даже уже для них купила. Брошь. Подарочек от Систер. Систер, привет тебе. Ирисы от Паны, тоже новинка по картинам Ван Гога.
чудесный букетик в компанию моим брошкам. Хочется обязательно вышить это дело. Ну, на быстро, там, как бы, когда надоедят крестики, тогда и вышью гладью. Дальше, вот здесь у меня в углу спрятался дракончик, символ этого года. Собираю коллекцию магнитиков по схемам Саверки. В этом году что-то припозднилось, но у меня очень много пластика в процессе, поэтому пока не хочется начинать еще один, я, скорее всего, дошью вот две чашки, потом обережки дошью, и вот после этого я возьмусь за дракончиком. Так вот будем поступать. Постараюсь не отступать от этого плана. Ну, то есть мелкие какие-то можно начинать, но большие вот прям держаться изо всех сил и не начинать. Вот. И еще одна работа, которую хотелось бы начать в этом году, это мельница, тоже по моей иллюстрации. Создавала схему начинающий дизайнер, это как раз была у нее выпускная работа, где она училась у Любови Воденниковой. Вот. На экране напишу, как у нее группа называется, поддержать молодого дизайнера начинающего, это благое дело, да? Вот такие вот у меня получились планы. Здесь на вас еще смотрел барашек. Сегодняшняя иллюстрация, сделанная быстренько на скорую руку. Мне очень нравится план. Я первый раз так распечатала. Очень наглядно все. Отвлекли. Первый раз я так сделала наглядно, очень интересно и приятно глазу так смотреть, а не так в мыслях где-то там в списке это дело держать. И вот так, с учетом, что я буду еще заклеивать наклеечками, мне кажется, так будет больше стимула именно вышивать с этого списка, чтобы не ударить грязь лицом, как говорится, в конце года, в итогах года. Посмотрим, насколько меня хватит. Но мне все это нравится, все хочется. Конечно, я здесь не добавляла мелочушки, то есть главные мелочушки добавила по типу дракончика, оберегов, процесса, но, может быть, меня еще поведет на какой-то совместник, а не может, а точно. Есть сейчас совместник у карамельки идет по стаканчикам разными напитками по моим иллюстрациям. Вот он точно пойдет тоже, он как бы в плане, но мысленно, не здесь. Я их тоже буду вышивать обязательно. По крайней мере, постепенно, поштучно, точно. Но тоже надо сначала от пластика избавиться, от старого. Слишком много развела. Ну а теперь наболтала я вам про планы на 10 минут. А дальше смотрите влоговые вступления, части, что где я вышиваю, как это все выглядит. Посмотрите, если еще не смотрели, мои старты. Там будет видно наглядно, что прибавилось, что я начинала. И увидимся в следующем включении. На данный момент здесь уже 50% сделано. Я практически доделала букетик. Осталось парочку цветов в листиках и в ягодках. И потом я перейду на стаканчик и фон. И будет готов мой стаканчик. Так, и вы видели его в моих стартах, а там был только сделан, получается, цветочек, шишечка и ягодки, ну и фон. То есть зеленых листьев вообще не было. Это я все сделала после того, как вышли кадры заключительные по стартам. Очень мне нравится этот процесс, и сейчас он у меня в приоритете главный, потому что я его хочу закончить. Скоро у меня в конце февраля сессия новая, заключительная в магистратуре, поэтому хочется ее уже взять готовой кофточкой, костюмчиком туда, с красивой спинкой. Да. Так, ну, превьюшку вставлять не буду, потому что здесь уже как бы понятно, система, уже следите так, смотрите за прибавлениями. Хочу показать вам работы моих учеников, которые выполняли мы зимой. К сожалению, из-за того, что я ходила на больничный целый месяц, пришлось
дольше детям готовить эту работу. Без меня они ничего не делали. Поэтому сейчас показываем. Мы батиком тонировали бумагу, красили. Ой, бумагу, простите. Ткань мы красили батиком. И потом вышивали гладью. Добавляли бисер. Такая красота получается. Это дети 12 лет, 3 класс художественной школы. Такая работа. Они все на тему Новый год. Есть, конечно, косяки, но это дети, им простительно. Первые работы их вышивальные. Тем более полностью самостоятельные, по эскизам сделаны. То есть ну, никакие наборы. Некоторые не красили, потому что тоже болели, пропускали занятия. Здесь мы еще добавляли мишки, смотрите, объемная косичка с бантиком, бисер в кокошнике. Это у нас мишка-снегурочка. Идеи полностью придумывали дети сами. Ну, конечно, по подсказкам преподавателю, но все же. Топарная работа, подружки делали. К снегурочке идет Дед Мороз утконоса. Тоже как бы времени из-за того, что сломано было мало, поэтому они такие как бы не до конца доделаны, мне не особо как бы нравится результат у некоторых. Но деваться некуда, потому что времени нет, надо программу дальше проходить. Сейчас у них идет по теме ниткография по программе, поэтому уже вышивка уходит в прошлое. Дальше будут новые материалы. Вот это прям свечение идет от свечек, аппетитные мандаринки, бисер переливается. Напишите, как вам работы детей. Ну, а теперь они будут ждать просмотра. И это не все работы. Многие еще доделывают дома, потому что времени-то нет, уже новые начали работу делать, эскизы создавать. Поэтому вот все, что есть, если еще пронесут, я вам буду показывать в следующих влогах. Очень я соскучилась по своим стареньким процессам, которые нужно завершать, уже близится к финишу. Это стейк в перечном соусе от РТО. Такое превью. И вот мой результат. Я вышивала несколько дней в январе, буквально, чтобы разнообразить мои старты. Нигде этого не показывала. То есть добавляла вот здесь вот сейчас стены. Они вот здесь идут, получается, одинаковые. Где моя ручка? Идут одинаковые текстуры и оттенки, поэтому я слева и справа сейчас завершаю вот эти вот части. И на самый конец оставлю вот эту вот сердцевину, середину. Здесь будет крест в одну нить, мужчинка вышиваться. И вот на данный момент выглядит вот так. И это у меня 65%. Близится к финишу, как уже сказала. Очень хочется мне завершить эту красотку, потому что, как я вам ранее показывала, у меня план вышить всех девчулек. Здесь я добавила только одну, Даллас. Но потом я поняла, что Даллас не факт, что второй начнется после стейка. Надеюсь, вам собачек не слышно за окном. Возможно, я захочу другую работу начать, потому что вдохновение, оно разное. То есть в начале года я хочу Даллас, в середине года я захочу другую девчулю. Поэтому здесь картинка Далласа, но если что-то изменится, я сюда вклею другую картинку, и это не будет считаться мухляжом, потому что девчулек у меня 4. Тут серия немного разнится, но все-таки вот как раз это набор Даллас, набор «Время для размышления», синенькая девчуля. Это как раз серия, связанная со стейком. Вот, они все одинаковые. Их нужно в 3 вышить и оформить в одинаковые рамы. Но есть также еще девчуля, вот такая, «Перемены». Это новинка прошлого года с осенней фабрики, по-моему. Формулы. Как обычно, я путаю фабрику и формулу. «Перемены». Вот тоже классная девчулька. И еще одна у меня есть девчулька. Это «Лесная нимфа». Прекрасный сюжет. Вот я склоняюсь к нему. Я ему заменила уже. Основу положила «Цвайгерц Люрикс». Смотрите, как сияет.
И это будет волшебная работа. Вот эту вряд ли. Вот это тоже. Последний буду вышивать из этой серии. То есть вот эти минус идут. А вот между этими мне еще стоит подумать. Потому что, с одной стороны, а после стейка хочется немного передохнуть. Здесь такие же опять вензеля будут. Система такая же. И, возможно, я буду их чередовать. То есть у меня девчуль полно. И, возможно, я и буду чередовать. То есть стейк сделала. Дальше, например, нимфа пойдет. После нимфы Даллас. После Далласа вот эта девчулька, потому что она тоже из другой серии. И потом закончим время для размышления. Чтобы не надоедали серии. Я не серийная вышивальщица, то есть мне нравятся серии, но я их хочу растягивать, они мне надоедать начинают уже с третьей работы. Поэтому вот это самое опасное, чтобы с кайфом вышивать, надо ее отложить на подольше. Поэтому, если все-таки у меня настроение будет начать нимфу, а сейчас оно такое, мне хочется начать нимфу, то я переклею здесь вместо Далласа нимфу. И будет мне счастье. И это не будет мухляжом. Еще раз замечу. Потому что мои правила, мои планы, что хочу, то и делаю. Вот такие вот пироги. Новости с полей. 11 час. Вечер, конечно же. Вышиваю свою розочку в стаканчике. И с меня прибавляется стаканчик уже и фон. На данный момент у меня 70%, почти 71%. И я решила iPhone делать сразу, потому что здесь один и тот же оттенок используется. Плюс я очень устала внедрять ниточки между крестиками. Надоело мне это, точнее, рукам моим надоело, пальцы устали жестко. Поэтому я переключилась вот на эти одиночки вокруг полукрестики, нашпарила их так нормально. И за сегодня, 7 февраля, я уже вышила 400,5 стежков, крестиков, если так смотреть. Поэтому финиш не за горами, по-любому будет в этом влоге. И еще один мой процесс, который... немного подзавис. Я крайний раз его брала, ну, в начале января, буквально 100 крестиков вышила. И все. Стартовала я этот процесс 15 августа. Нет, вру, 27 октября. В августе это нечаянно я тыкнула. Здесь вот у меня стоит. Вот смотрите. Тут чисто тыкнула на один полукрестик, и он мне зафиксировал. И удалить его невозможно. Поэтому у меня вот 27 октября был старт. На данный момент уже 23% здесь. Самая сложная часть вышивается. Мешанинка. Сейчас я превьюшечку открою в саге. И я решила его возобновить, потому что СП до марта у Амели Стич. Это «Рассвет в горах». Вот такой вот. Я прям на диванчике вам сейчас снимаю тут, так, по-братски, чтобы у меня в гостях. Вот такой вот сюжет красивый, нежный, сверху это все полукрест, небо зашивается, и под горами вот этот туманчик тоже зашивается полукрестом, поэтому как бы... Я надеюсь, что там я уже буду отдыхать и кайфовать от этих оттенков. А здесь, конечно, сейчас мешанинка. 18-я Аида. Крестики такие пусюсечные, маленькие. Прям даже интересненько сейчас их вышивать так маленькими крестюлечками. Вот эту часть, всю вот сиреневенькую, вышила в феврале. И сейчас вот этот цвет взяла, тоже сейчас пойду вот здесь вот вышивать горизонт у этой девчулечки. Мне не хочется сейчас лезть вот сюда, это я пока оставлю на десерт. Я хочу вышить здесь хотя бы еще полукрестиком попробовать повышивать, посмотреть, что за дела. Плюсом это будет быстрее для совместника. В совместнике дают баллы,
За каждые 500 крестиков 35 баллов дают, и поэтому я хочу накопить баллов и приобрести еще одну схемку у Амелии на эти баллы. Из этой же серии с окном по итогу выбрала я. И мне надо еще вышить 2000 крестиков до марта, чтобы я полностью на баллы купила эту схемку новенькую. Потом я вам ее покажу, конечно же. Но пока вот такой вот процессик продолжается, вышивается. У меня финишная прямая. Как видите, остался только вот здесь вот кусочек. Здесь должен быть белый крестик. И сразу я начну делать бэк. То есть все остальное уже полукресты, кресты закрыты. Теперь осталось только белым крестик дошить тут на стаканчике и приступить к бэку. И все. И будет готова красота на рубашке. На данный момент у меня 86%. И теперь я вам, наверное, уже покажу полностью готовую работу в следующем или позаследующем кадре. Ну что, у меня финиш. И вот с таким странным видом я вам это говорю. Замочила я в тазик свою рубашечку. Видите, там пузырьки выходят. 20 минут ее нужно вымачивать, чтобы она там вся разошлась. Она уже все там, эта канвушечка твердая исчезает, становится таким клейстером. Видите, отшелушивается. 20 минут сейчас просто так полежит, потом я ее пошебуршу и отправлю еще в стиральную машинку, чтобы изнутри под крестиками тоже все это дело исчезло, водорастворимое, и потом высушу уже, отглажу, приклею дублерин и будет готово. Покажу вам все это по итогу завтра или послезавтра. А финиш у меня случился 10 февраля. Первый финиш этого года. Сегодня еще 10 у нас февраля. И сегодня официально вступает на пост драконя по китайскому календарю. Поэтому надо его начинать, несмотря на то, что у меня уже 500 начатых пластиковых проектов. А драконю надо начать, чтобы он не обиделся, чтобы год продолжался нормально, адекватно. И вот у меня в этой папочке, значит, лежит все подготовленное. Кусочек канвушечки. Потом отрежу в процессе. Нарезочка. Вот на таких вот плашечках. И здесь сразу дракончик и змейка. Автор Саверка, дизайнер вот этих вот зверюшек. Дракончика, значит, я вышью в этом году, а змейку, скорее всего, либо в конце года, либо в начале также следующего, когда змейка вступит на пост. Там посмотрим. Ну, по крайней мере, мне на одном органайзере здесь нарезочку сделали. Пойду начну. А покажу вам, скорее всего, уже либо в конце итоги этой двухнедельки, или вообще, когда уже случится финиш, если он не за горами. А по поводу букетика, зачеркнем с вами его, когда буду тоже показывать вам уже высушенную, отглаженную работу. Очень хочется уже заклеить первую картинку. Интересно. А сейчас будет стартик. Все, поехали. Итак, пришло время подводить итоги двухнеделечки. Принесла вам стопочку того, что вышивала за эту неделю. Давайте посмотрим. А финиш мой покажу в самом конце. Первое, что тут лежит, папочка. Я ее привезла с работы. Это пандочка. На заготовке от Аннушки. Вышивала я, начинала точнее
в ноябре, в конце ноября. И вот какой сейчас результат. Сейчас расскажу поподробнее. В общем, я стартанула на работе в перерывчиках между занятиями. Вот эту вот часть черненькую начала. Вот столько буквально вышила, и все. И оставила его на работе. Потом уже все в курсе, что происходило. Меня не было на работе месяц. Была на больничном. И поэтому этот пандочка просто лежал и грустил у меня на работе. Бессмысленно. И получается, я его брала в том году, в 23-м, только один раз. Вот чисто вот старт, и все. Потом я вернулась в январе. И там уже продолжила, то есть вышивать вот эту часть до конца сереньким, голову сделала и начала бисер. Здесь вообще по ключу должен быть крестик, вот если по превью посмотреть, тут просто все крестиком должно вышиваться. Но мне показалось это слишком скучным, что такая большая нормальная заготовка деревянная, и просто вот такой примитивчик, на ней как-то скучновато. Я решила попробовать бисер. Бисером на деревяшке я еще не вышивала. Просто подбором взяла не такой, как нужен цвет, а то, что у меня было, но остановилась. Так бы я его довышивала. Остановилась, потому что у меня кончается зеленый цвет, а здесь еще вышивать прилично, он кончается. Мне надо ехать в Иркутск, как раз на сессию поеду, в Леонардо забегу, там я брала этот цвет, я даже номер не оставила его, потому что я брала его только вот на игрушки от Надежды Григорьевой, думала, мне хватит, но не знала, что на банду пойдет, поэтому... Вот, и подберу на глаз еще вот этого цвета и завершу. То есть в конце февраля, надеюсь, успею в феврале финишировать с этим делом, или в марте в начале, то есть будет у меня такой милейший финиш. Так он вообще милашка получается, с бисером так вообще чудесный, интересный. Поэтому вот я его вернула домой на базу. И теперь осталось докупить бисера и сделать до конца одежку. Здесь открыточка лежит, фетр. Я так все в упаковке и храню, чтобы ничего не потерялось. Далее в стопочке лежит гирлянды с Новым годом от Екатерины Немшиловой. Вот такой на данный момент результат на 11 февраля. Сейчас надо мне закончить вот эту всю энку. Просто вот зашивка одним цветом идет и все. И бэк. Я вот здесь начала бэк в кролике, в зайчике, делать. Дальше продолжу, но пока пластик я не беру, потому что у меня устали пальцы от рубашки, и сейчас они немного восстановятся, и потом я возьмусь уже за пластик и дальше буду мучить свои пальцы. Ну, надеюсь, они восстановятся быстро, пока я больше не буду брать водорастворимую канву, надоело, ну, точнее, устала от нее. Ну, такой вот результат. Вот она, буковка N. А S уже готовая. Смотрите ее у сестры на канале. Ссылка в описании. Далее. Любимая моя девчулечка. Стейк в перечном соусе. Я здесь продолжаю вышивать фон. По крестикам уже не буду вам говорить, сколько чего. В принципе, так визуально можете посмотреть, вспомнить, сколько было ранее результаты, какой сейчас. То есть я вот коричневым вот этим сейчас оттенком вышиваю стены. Стена справа, стена слева.
На превью видите, да, немного желтее фон. На самом деле он более такой охристо-коричневый. Не такой прям желтый. Главное, платье, в принципе. А нет, оно тоже высветлено. Здесь темнее. И хорошо, что вам сейчас вот показывается не так светящееся. Она светит, вот, ну, вот так вот, немного. Немного светит, потому что 14-я канва. Аида. Но мне все нравится. Все по набору, все чудесно. Самый любимый мой процесс. Муа. Да. Дальше у нас санки. По моей иллюстрации. Мой долгострой. Я его вышиваю по 100-200 крестиков в неделю, потому что участвую в между собойчике с сестрой. Крестик, деньги, два набора. Нужно выполнять условия, иначе попадешь на деньги. Очень мотивирует. Если, кстати, у вас есть тоже долгострои, и вам хочется такую мотивацию иметь, то можете это написать. Мы вас добавим, у нас в Телеграме есть беседка с этим СП совместником, между собойчиком, где мы как раз и участвуем, вышиваем. Таким образом, я уже вышила свой замок. Если бы не СП, может, замок бы еще долго тянулся. А так с этим совместником нормально так вот эти долгострои тянутся и вышиваются понемногу, но каким-то образом все-таки заканчивается. Здесь уже перевалило 50%. Посмотрите, санки практически готовы. Здесь осталось вот только вот низ, тут челечки где-то доделать. И все, тут фон, тут конец должен быть где-то, надеюсь. И низ, тут снег. И как бы вообще вышивается легко. Я не знаю, почему они у меня так тянутся, потому что это новогодний процесс. Я поначалу думала, что я буду его только в зимнее время вышивать, к Новому году, но по размерчикам не угадала, что он такой приличный, поэтому затянулся он. Теперь будет круглый год вышиваться, пока не вышится, хоть летом, хоть весной. И заключительный процесс с этой вышивальной двухнедельки. Это «Рассвет в горах». Превьюшку сейчас вот здесь вот покажу вам на своем листике планов. Вот такая превьюшечка. И я наконец-то добралась до полукреста. Вот если поближе посмотреть. Вот он, это бленд из двух цветов. Красиво получается. И я поменяла, как вы видите, пяльцы. Освободились они у меня с процесса зимнего стаканчика, который я сейчас вам покажу следом. И переставила я их сюда, чтобы все уже вот здесь вот конец. Вот здесь конец, все, работа полностью входит в пяльцы, что я очень люблю. Но верх там где-то заканчивается, где-то вот здесь конец будет. То есть вышивать еще много. И сейчас здесь 25%. 25%. Четверть работы. И самое сложное, по сути, четверть. Потому что здесь, вот если посмотреть на превьюшку, вот это все полукрест. Вот здесь вот все полукрест. Вот тут вот крестики. И вот здесь вот цветочки тоже сложные. То есть, по сути, если посмотреть, то половину от сложных крестиков я уже избавилась. Они уже здесь на конве. Красота получается. Буду дальше его вышивать. Уже смотрите в следующих моих вышивальных влогах. А сейчас барабанная дробь. Я покажу свой финиш. Еще один финиш, который я, по-моему, вам вообще не показывала, потому что он был сделан еще в январе. Я его довышивала, а так как там не было влога, я вам его нигде не показала, скорее всего, уже не помню. Вот такая вот овечечка из совместника Кигуруми Пати. Собачка такая милашка в Кигуруми овечечке. Пришила я здесь вот такую звездочку, пуговку, бисер добавила, мохнатенькие такие фрузики
из Gamma Cloud, и вот сама вот эта вот одежка тоже Gamma Cloud. Вообще милашка, еще не оформленная. Надо ее оформить, поставить на полочку или племяннице подарить. Я вот думаю, может, я и подарю еще племяннице эту малышку, чтобы порадовалась. Такая милашечка, пусечка. Это до, а это после, в крестиках. Вот две моих работы ручные. Плюсом еще создание схемы Татьяны Леденцовой. Посмотрите на эту прелесть. Даже вот мысли все вылетели, что хотела сказать по этому поводу. Немного как-то светит, в плане высветляет, потому что цвет сам не такой, светло-фиолет, сиреневый. Вот так. О, с белым лучше. Вот это больше приближенно к реальности. И то немного потеплее фиолетовый. А вот такая вот у меня получилась работа. Это первый финиш уже такой глобальный, не какой-то там маленький пластик, а настоящий финиш, который случился в 2024 году. И здесь еще можете заметить, я вышила надпись Tory Way. Она так практически сливается, ну, потому что работа же главная вот эта. И я здесь добавила, здесь вот и вообще вам не видно, но она как бы есть. Может, пожирнее еще добавить еще один слой фиолетового. Ну, подумаю. В общем, вот такая вот у меня работа. Красота. Мне прям нравится вот эта шишечка. Ягодки вообще прелестные получились. Что еще можно сказать? Давайте заклеим первую картинку с моего плана. Уже всем известные наклейки с Алиэкспресс какой-то подарок был за покупки. И заклеиваем. Как бы так заклеить, чтобы было понятно, что мы вышили это, но при этом не загораживали картинку. Или пофиг загораживаем. Ну ладно. Вот так. Все. Штампик есть. Первая картинка завершена. И она вот такая чудесненькая получается. Потом я в других влогах уже вам вставлю. Ой, убрала сразу, высветилась. В другом влоге я вам покажу уже на себе фотографии, возможно, как это выглядит, потому что сейчас он просто на столе, а как именно рубашка будет на человеке выглядеть, как эта вышивка будет смотреться. В принципе, вроде нормально, ну, конечно, немного низковато на спине. Но там у меня волосы как раз, чтобы волосы не загораживали всю красоту, как раз она вот так вот пониже и смотрится. Ну, внизу тоже как бы прилично еще пространство ткани. Так что все должно быть отлично. А уже деваться некуда. Как есть, так и есть. Ничего перешивать нереально невозможно. В общем, мой второй стаканчик готов. Осталось еще два. Это у нас летний и осенний. Летний я, скорее всего, буду начинать летом, а осенний осенью, как это логично, да. Вот, скорее всего, так. Но посмотрим по моим там процессам. Будет вдохновение, не будет, потому что на водорастворимой канве вышивать, конечно же, тяжеловато, как я уже говорила. Пишите в комментариях, нравится ли вам этот сюжет, нравится ли результат. Очень интересно ваше мнение почитать. И теперь двухнеделька подходит к концу, но дальше я вам покажу мои покупочки.
по традиции, потому что праздников-то как таковых еще нет. Вот будут праздники 8 марта и мое день рождения в апреле. Там будет отдельное видео про покупки подарки, потому что там серьезные должны быть подарочки. А здесь просто покупочки мои, что покупала за январь и февраль. Поэтому, кому интересно, оставайтесь. А я желаю вам ровных крестиков, вдохновения. Покупочки. Покупочки, значит, у меня были небольшие за это время. Я вообще старалась ничего не покупать. Экономия, конечно же. Но все-таки не обошлось без всяких интересностей. Например, это набор турецкой равномерки заказала на пробу на Валберис. Сейчас картинка здесь вставится, потому что я их уже распихала по наборчикам. В горошек равномерочку я положила в девчулечку от Лукас. Повышивать набор называется. Мне кажется, на ней будет интересно смотреться. Рискну, потому что такая равномерочка темноватая, в горошек с узором. Ну, думаю, она как раз в белом платьишке будет интересно смотреться. Так, другую равномерку я добавила светлую в два набора. Я добавила его в ценители чая в новинку от «Сделай своими руками». И добавила еще половину этого отреза в Джека Воробья от Надежды Григорьевой, которую я начну в этом году, надеюсь. А темная пока лежит, я ее никуда не использовала, пока не знаю, у меня ничего такого нет, куда бы она подошла. Поэтому пока просто в запасах лежит. Далее набор магнитиков обереги. Вот такой наборчик. И сразу я стартовала его. Вы его уже видели в моих стартах. Если нет, еще переходите, смотрите. Счастливица у меня уже вышита. И здесь начинается крупинечка вышиваться. Вот. Это тоже покупочки зимы. Далее. Я взяла две схемы на пробу. Не знаю, когда я их начну. Они классные. Может, по вдохновению и когда разберусь со своими процессами, может, меньше станет их, если их станет меньше, то начну одну из этих схемок. Они были по акции на Стичсу. Вот такая вот конфетка. Она собирается и превращается прямо в конфетку, в треугольненькую такую. Здесь вся информация есть. Я еще ни разу не вышивала этих схемки, конфетки. И вот взяла на пробу две. Это зеленый называется схемка из классного любимого мультика из детства. Приключения Алисы. Вот этот цветочек с зеркалом интересный. Там у них еще есть тоже из этого мультика еще схемки. Но, может быть, если мне понравится делать эти конфетки, то, может, я еще буду приобретать. Но пока зачем мне 500, если еще неизвестно, понравится или нет. И дракоша. Дракоша, потому что сейчас год дракона. Скорее всего, вот я ее первой и начну. В принципе, если посмотреть, она легкая. Схемка. Все как бы логичными участками зашивается. Вот. Поэтому я, возможно, ее начну. Схема только в бумажном виде. Вот я кусочек так покажу. Она крупная распечаталась на А4 у меня. Я писала Алене Кошкиной в просьбе дать мне сагу. А она говорит, что вот на Стичсу продаются только PDF-ки. Если вам надо сагу, то еще 50 рублей доплатите. А я думаю, ну, я как бы не противник бумажной схемы, а здесь вот такие вот участки большие зашивные, и в принципе схема крупная, думаю, малышка, не гигантская работа какая-то, думаю, ну не, я попробую на бумаге, вот если уж совсем не понравится, не поканает, тогда уже попрошу сагу, а пока буду по PDF-ке вышивать. В общем, вот такие вот у меня еще две схемки в запасах появились. И далее покажу скрин саги. Приобрела свою первую
схемку от Алисы Акняс. У нее акция к 14 февраля. Все цветочки в кругах по скидке продаются. Поэтому я не удержалась, взяла вот эту децентру, потому что это тоже мой любимый цветочек из детства, волшебный, и до сих пор сложно понять вот эту конструкцию цветочка, как вообще он такой создался природой, вообще невероятный цветок. Всю детство, помню, его на даче разглядывала, играла с этими сердечками, они такие чудесные, волшебные. Я долго смотрела на эту схему, давно уже хотела ее приобрести, уже несколько, можно лет сказать. Ну вот, наконец-то захотелось и взяла ее себе порадовать. Потом ниточки подберу, и, может быть, в следующем году я ее вышью. А еще акция заключается не только в скидке, но и в подарке схемы. Поэтому у меня появилась еще одна схема. Там я отсвечиваю. Здравствуйте. Еще одна схемка. Вот такой вот кроля, зая. К 14 февраля подарок. То есть это новинка, схема-новинка. И она вот пошла в подарок при покупке схемы. Вот если сегодня как раз у меня это видео выйдет, то вы еще попадете на эту акцию. Такой милашка. Я вот думаю, может его на какой-нибудь потом одежде вышить, на футболочке. Она небольшая работка, такая миленькая. На какой-нибудь прикладнушке будет очень даже здорово смотреться. Может, тоже даже племяннице вышить на каком-нибудь платьюшке. Милашку. Вот она умилится. Еще одна покупочка. Заказ, точнее, был сделан еще в декабре, но в январе мне уже сделали нарезку и прислали. Вот в феврале я уже получила, в начале февраля, эту посылочку. Здесь такой конвертик. Я заказала большое количество нарезки. Конвертик, к сожалению, порвался, потому что нарезки реально много. И от такой толщины этот бедный файлик не выдержал. Это, конечно, очень грустно, потому что я рассчитывала на этот файлик, который идет в подарок. Но он теперь такой порванный, что его заклеить будет страшненький, но рабочий, по крайней мере. И вот такую нарезочку. Я ее распаковывать сильно сейчас не буду, растормашивать. Картинка будет здесь появляться, к какому сюжету нарезка сделана. Здесь вся информация есть. То есть нарезка Мулине СХС. Прям так группа, по сути, называется. Нарезка СХС. Поэтому, если кому нужно, смотрите. Мне очень нравится эта группа тем, что она присылает мулинешки в папочке. На таких удобненьких, в принципе, органайзерах. Как бы хотелось потолще, но это как бы так нормально. Я уже привыкла к ним. Вы уже видели их в работе, в других процессах. Ну, поехали. Нежный зайка. Две плашечки. Дальше. Золотая Прага. Схемка. Шикарная. Подводный мир. Это по моей иллюстрации. Рисовала я на фабрику желаний. Осеннюю. Уже схемы готовы. Мне их автор подарила, за что ей спасибо большое. Подводный мир, конечно, гигантская работа. Я, возможно, ее в следующем году начну. А здесь две схемки на одном органайзере. Это свидание с морем и зимняя девчулька. Мельница, которая у меня в планах стоит на этот год, тоже нарезка теперь появилась. Сейчас я разберу эти мулинешки по папочкам, у которых уже есть канва. Я их разберу, у меня получится уже готовый наборчик. У которых еще нет канвы, они будут лежать дальше в папочке отдельно и ждать своей основы и старта. В общем, вот такие вот у меня еще нарезочки. Много-много разных цветов. Мне нравятся эти нитки СХС. Они меньше путаются, чем DMC. Такие же нежненькие, мягонькие, приятные на ощупь.
качественные, мне нравятся. На этом все, покупочки закончились. Все я вам показала, рассказала. И до новых встреч. Всем пока-пока.